Добрый день. На телеканале Ника ТВ. Время новостей. В студии Светлана Королева. И вот некоторые темы этого выпуска. Трудности в исполнении обязанностей есть всегда и везде, но наша задача их преодолевать. Награда за безупречность, одежда по сезону. Сотрудники УВД вышли на строевой смотр. Миссия выполнима. В день Всероссийской зеленой весны Обнинск не только очистился, но и немного позеленел. Руководитель школы московских звонарей дал мастер-класс в Калужской школе колокольного звона. Сегодня профессиональный праздник у сотрудников одной из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования – пожарной охраны. 365-летнюю годовщину образования в Калуге отметили торжественным шествием. Оркестр, личный состав и техника прошли от площади Победы до драмтеатра. К колонне присоединился Андрей Ткачев. «365 лет и миллионы спасенных жизней. Каждый день, встречаясь с опасностью, пожарные меньше всего думают о себе. Вот и праздник у бравых парней начинается с минуты молчания в памяти погибших в Великой Отечественной войне. 30 апреля 1649 года царем Алексеем Михайловичем был подписан указ о создании пожарной охраны. Эта дата является главной для всех огнеборцев без исключения. В честь праздника они устроили торжественное шествие по городу». На сегодняшний день в Калужской области около 400 частей пожарной охраны с общей численностью сотрудников более 4000. Ежедневно на дежурство выходит 124 подразделения. Не стоит на месте и прогресс. Помогают бороться с огнем около 600 единиц боевой техники. У нас на вооружении автоколесный подъемник 50-метровый, автолестница 50-метровая уже поступили. Так как у нас наш город развивается и растет вверх, ну и, соответственно, и техника пожаротушения, то же самое, идет в ногу с современного времени. С каждым годом профессия пожарного приобретает все большую популярность. И это неудивительно. Например, в США работники пожарной охраны возведены в ранг национальных героев. Вот и у нас молодые кадры все больше обращают внимание на данную профессию. Наша профессия наиболее все с каждым годом престижнее становится. Больше внимания уделяется. Поступает новая техника, новое вооружение. Поэтому молодежь стремится. Поэтому престижная работа пожарная. Помимо друзей и родственников, поздравить с праздником и выразить благодарность борцам со стихией хотели и обычные граждане. Ребятам, да, сухих рукавов, чтобы всегда возвращались домой. Чтобы они так же дальше развивались, чтобы помогали людям. Даже не знаю, что еще сказать. Чтобы росли и росли. Праздничный парад закончился выставкой спецтехники. Но, как отмечают пожарные, праздник у них не только сегодня, но и в любой другой день, когда удается спасти чью-то жизнь. Андрей Ткачев, Михаил Андросов, телекомпания Ника ТВ. Маршировали сегодня и калужские полицейские. На Театральной площади прошел традиционный строевой смотр сотрудников Управления внутренних дел. О готовности стражи порядка к летнему сезону Валерия Кузнецова. Парад и торжественные звуки марша. Театральную площадь сегодня украшают стройные ряды сотрудников УВД. В преддверии майских праздников они собрались здесь для того, чтобы проверить готовность полицейских к несению службы и выполнению своего долга. Сегодняшнее мероприятие – это как бы плановое мероприятие, которое мы проводим дважды в год при переходе на летнюю и зимнюю форму одежды. Кроме этого, мы предусмотрели это мероприятие к тем праздничным мероприятиям и событиям, которые будут проходить на территории области и областного центра, посвященные 1 мая, 9 мая. Посмотрели готовность личного состава, их внешний вид, экипировку. Я вижу, что все сегодня сотрудники у нас выглядят как положено. Поэтому я вам хочу от всего сердца пожелать успехов, благополучия. И чтобы мы с вами провели праздники спокойно, уверенно. Поводом для
поздравления личного состава органов внутренних дел послужили не только грядущие государственные праздники. Высокие показатели в работе, доблестное выполнение обязанностей, в том числе и на территории Северного Кавказа. За такие заслуги самым достойным были вручены правительственные и ведомственные награды. Так и организация самой крупной в истории эстафеты Олимпийского огня без внимания не осталась. Сотрудник Калужского подразделения Антон Анисимов внес свой вклад в безупречное обеспечение мер безопасности, за что и получил правительственную награду. Эта награда была мне вручена за участие в сопровождении эстафеты Олимпийского огня и обеспечения порядка при проведении Олимпийских игр. Очень, на самом деле, приятно ее получить. Какие-то трудности у вас возникали при исполнении обязанностей? Трудности при исполнении обязанностей есть всегда и везде, но наша задача их преодолевать. О людях, героически исполняющих свой долг, память остается на все времена. Строевой смотр закончился торжественным маршем и возложением цветов к памятнику сотрудникам полиции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Валерия Кузнецова, Александр Бурылкин, телекомпания «Ника ТВ». Дела и люди. С торжественной церемонии открытия доски почета на Московской площади начнутся завтра первомайские торжества в Калуге. В программе праздничного дня также шествие трудовых коллективов от сквера Мира по улице Кирова. Начнется оно в 11 часов. Далее уже на Театральной площади приветственные речи и выступления творческих коллективов. Концерт стартует в полдень. А в 15 часов мелодиями весны в Центральном парке культуры и отдыха калужан будет встречать духовой оркестр. Автолюбители предупреждают, что в связи с проведением праздничных мероприятий улица Кирова будет перекрыта с 10 до 12 часов от сквера Мира до площади Театральной. Первомай символизирует уважение к трудящемуся человеку, отметил в своем поздравлении полпред президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Праздник утверждает социальные ценности современного общества, достойные условия жизни, стабильную интересную работу, защиту социальных и трудовых прав граждан, добавил полпред. Это праздник нашей истории, достижений и традиций. Для людей старшего поколения он по-прежнему символизирует трудовую солидарность. Для молодежи – весенний расцвет, обновление и надежда на будущее. Это уже поздравительные слова главы региона. Анатолий Артамонов выразил признательность ветеранам труда, создавшим мощный экономический потенциал Калужской области, и всем тем, кто продолжает трудиться на благо региона. Безопасность майских праздников будут обеспечивать более 1000 сотрудников полиции и военнослужащих внутренних войск. Как сообщили на заседании антитеррористической комиссии, в местах проведения общественно-политических и культурно-массовых мероприятий будут работать наряды патрульно-постовых, противопожарных и медицинских служб. Как сообщает пресс-служба областного правительства, на совещании также было решено повысить антитеррористическую защищенность спортивных объектов с массовым пребыванием людей и потенциально опасных промышленных предприятий. Руководителям силовых структур, профильных ведомств и собственникам учреждений рекомендовано ужесточить контроль доступа на территорию, установить тревожную сигнализацию и кнопки экстренного вызова полиции. Обнинцы присоединились ко Всероссийскому экологическому субботнику. В этом году он получил название «Зеленая весна». Убирали сразу несколько территорий, сажали деревья. За работой трудового десанта наблюдали наши обнинские коллеги. Гурьяновский лес – главные легкие Обнинска, расположенные в самом его центре. И так сложилось, что именно эти легкие сегодня являются одной из самых неблагоустроенных территорий города. Лес, который пока так и не смог превратиться в парк, каждый год, как магнит, собирает мусор. Субботники здесь проводятся каждую весну. В этот раз уборку приурочили к всероссийской акции. Большинство горожан, пришедших к точке сбора у Гурьянова-21, оказались сотрудниками муниципального предприятия теплоснабжения. В том году мы тоже очень дружно выходили на субботник, только вот с той стороны Гурьяновского леса, возле Вечного огня. Какой фронт работы сегодня предстоит? А вот то, что за год намусорили, за один день убрать. Вот и весь фронт работ. Миссия невыполнима, признавали сами участники субботника, погружая очередную бутылку в мешок и размышляя о том, чем же думают все эти люди, которые выбрасывают мусор в лесной полосе. Люди как-то, наверное, прячутся от людей, если совершают что-то некрасивое, пьют или курят. Поэтому так вот получается. Чем глубже зайдешь, тем меньше вероятность, что тебя увидят. Субботники в Гурьяновском лесу, конечно, приняли участие не только сотрудники теплоснабжения, но и другие горожане, чиновники. Кто-то не попал в поле зрения нашей камеры, так как заходил в лес с другой стороны. Контейнеры были расставлены по всему периметру. Некоторые граждане решили поддержать всероссийскую акцию не только в Гурьяновском лесу, но и в собственных дворах.
Сухая трава, загаженные кустарники, песочницы и детские площадки – для каждого дворика набор один и тот же. Это жители дома по соседству, Гурьянова, 23. Вышли они без всякого административного призыва. В рядах активных борцов за чистоту в основном пенсионеры. Вот, видите, одни женщины пенсионного возраста. Молодежь неактивно идет? Нет, молодежь все заняты, никто не хочет. Параллельно с уборкой городских территорий в день всероссийской зеленой весны Обнинск смог немного и позеленеть. В районе дома 29 по улице Белкинской были высажены 15 саженцев боярышника. Примечательным это относительно рядовое событие сделали его участники. Активные члены интернет-форума «Обнинские мамочки и папочки». Город застраивается, сокращается число зеленых насаждений. И родители не просто поговорили об этом в сети, но и решили поучаствовать реальным делом. Город развивается. Я за то, чтобы город развивался, но и хочется, чтобы дети в свое время мои, когда гуляли в будущем, видели еще и не только одни здания, но и деревья. Ну вот мы и решили, в принципе, взяли инициативу, позвонили в администрацию, и им понравилось предложение, чтобы мы тоже поучаствовали в озеленении, хоть немножко. В администрации инициативу поддержали, предоставили саженцы, инструменты, а также провели инструктаж. Все остальное мамочки и папочки сделали сами. Впрочем, не только они. Были и те, кто взял в руки лопату впервые за свои 6 лет жизни. Тяжело копать, дружок? Да, тяжело, конечно. Первый раз копаешь? Да. Нравится? Да. Александр Мурашов, Александр Безфамильный, телекомпания «Крылья». Секреты колокольного звона от столичного мастера. Руководитель школы московских звонарей Илья Дроздихин посетил калужские курсы для начинающих. Они открыты на базе храма в честь великомученика Георгия Победоносца на улице Воскресенской. Две группы по 7 человек занимаются уже около месяца. Уроки профессионала помогли сделать большой шаг вперед. В Калугу московский гость приехал не с пустыми руками. В атмосферу божественной мелодии погрузилась Наталья Жилина. Обучиться церковному колокольному звону может любой желающий, как мужчина, так и женщина. Кого-то на курсы привело любопытство, кого-то необходимость. Начинаю я для своего, а возможно, что в будущем буду где-то звонить в каких-то храмах. Меня больше заинтересовало, конечно, потому что я занимаюсь в церковной среде и занимаюсь и разными направлениями, и иконописью, и пением на клиросе. У нас в селе, я живу, восстанавливается храм, и там будет колокольня, а звонарей нету. И чтобы обучиться, вот организовали курсы в Калуге. И вот как бы мне приход послал. За месяц занятий группа освоила простые звоны. Для более сложных не хватает большого колокола. Его в подарок калужанам привез руководитель школы московских звонарей, в мастерской которой этот бронзовый колокол и отлили. Чтобы он правильно звучал, его нужно грамотно закрепить и настроить. Остальное зависит от умения звонаря. Колокольный звон как почерк, у каждого свой. Не обходится без импровизации. Но главное помнить, что звук церковного колокола – это призыв к молитве. Колокол – вещь непростая, ведь колокол освящают и освящают особым чином. Для него и спрашивается сугубая благодать, отгонять злорастворенные духи, да, то есть бесов, возбуждать человека на молитву, душу и сердце людей на молитву. И из истории мы знаем такие случаи, когда в период эпидемий, ну, самые, наверное, известные эпидемии чумы, отливались колокола для того, чтобы звонить во вся тяжкая и чтобы отгонять вот эти вот эпидемии. Колокола, отлитые в мастерской Ильи Дроздихина, радуют звоном православных в разных уголках земли. Он с удовольствием посвящает будущих звонарей в тонкости древней и редкой профессии. Например, по ростовской традиции ударяют сразу в несколько колоколов размеренными аккордами. Архангельские колокола выдают настоящие трели, звуча аккордами, по очереди и с запозданием. Но самый главный и радостный звон, пасхальный, считает Илья Дроздихин, это классический звон Троицко-Сергиевой лавры. В
В методику обучения калужских звонарей заложена преемственность русских православных традиций. Пока ученики делают робкие попытки освоить замысловатые ритмы колокольного пения. Но в скором времени, благодаря кому-то из них, над храмами Калуги поплывет тот самый малиновый звон, который так необъяснимо радует и бередит душу. Наталья Жилина, Никита Богадов, телекомпания «Ника ТВ». Атмосфера предчувствия праздничных выходных от музыкальной программы «Пролив». Сегодня в нашем вечернем эфире звезды советской эстрады, вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица». Классический вариант группы не существует с 91 года. После распада коллектива клавишник Дмитрий Галицкий основал свою «Синюю птицу». Бессмертные хиты, а также беседа о том, чем сейчас живет коллектив, сегодня в 8 вечера на нашем телеканале. Не пропустите. Следующий выпуск новостей смотрите в 19:30. До свидания.